Всем привет, ребят. Ну что, вчера сарделька как получилось, ночью бегала на атаку фортов, заняли второе место, там нам кинули орден ДВ, они от нас там в 3 раза сильнее, там и было людей больше, 3-4 раза, но ничего, мы вырвали второе место у других гильдий, соответственно, получили плюшечки с атаки фортов, 7 сундучков на моей силе получилось. Поехали, сейчас их откроем, посмотрим, что с них падает. Тык, карта смены, ну и 700 кулаков. В принципе, довольно-таки неплохо, еще и слизнячок. Ну, лучше всего, конечно, отсюда это тащить. Коробочки, которые очень плохо оттуда падают. Ну, вот слизняки по 30к, неплохо. Только скоро уже будет у нас 8-я почти. Так, окей, поехали посмотрим, что тут у нас. Кристаллы поменяли на самики, отлично. Уже открылись на 20к с подземочек квасты, как видите, тоже неплохо. Так, тут у нас надо нанять слизнячка. Получим самики, отлично. Плюс 50 само на ровном месте. Такс. Надо накопить на строителя. Спасение. Так, и у нас еще, по-моему, плюшечки с архидемона есть. Если я не ошибаюсь, да, отлично. Отсюда забрали. Забрали уже. Так, есть. Немножко орденов. Тут у нас еще сундучки. Отличненько. Так, не забывайте, конкурс идет, что надо, я показываю, рассказываю, ссылочка есть, как обычно в описании, поэтому все, что вам надо, это зайти посмотреть, внимательно послушать. Так, окей, с этим разобрались, поехали, у нас сегодня будет фастом битва гильдий. Я уже говорил, что пока я не прокачаю там либо Фрею, либо питомца, гнаться там за какими-то топами, ну, особо смысла нету. Поэтому тут чисто, что я могу ему сделать? Да, у него там 60к, вроде сладкая сила, но он, блин, меня просто тупо раздаст за нефиг делать. О, вот это вот отлично, нормально попали на расту. Это мне понравилось. Сейчас попробуем, если получится. Что-то как-то он меня вообще жестко раздал. Нифига себе, что это было? Что это такое? Что? Так, ну давай, нифига себе, посмотрите, там Рину и жаба, что они чудят. Какие-то жестики. Отлично. Вот, вот вам Фрейя, ребят. Нормально, 170 очей есть. Напоминаю еще раз, ребят, если вы решили вступить в гильдию, вы должны все время проходить битву гильдий, потому что половина, вот прошлое БГ, блядь, и позапрошлое из-за того, что тупо забили хер. Остальные люди просрали нормально кулаков. Хотя можно было там 2-3 человека пройти, можно было нормально кулаков получить. Но как обычно, вот некоторые забивают, а потом пишут: а почему меня кикнули с гильдии? Потому что кикнули из-за того, что надо проходить локации. Не обязательно для всех. Это командный результат, поэтому я один раз не кикал, но сказал, это был последний раз, и все. Не прошел БГ, до свидания. То есть очень простое правило, потому что от этого зависит успех остальных в прокачке аккаунта, поэтому это та локация, которую обязательно фармить всем. Так, нет, тут без вариантов, пока я смотрителей не открою, можно даже не рыпаться сюда. Так, пробуем тут. Так, ну тут, конечно, опасно, я побежал. Сейчас могу запросто набрать проценты. Оно таки есть стрёмненько.
сливаться на 22к. Поехали еще поищем. Противников, думаю, по-любому должны быть. Так, череп, одер, башка. Давайте попробуем кого-то дернуть. Вроде казалось бы, можно налегке, да? А фигушки. Так, тут у нас хрон есть. Ну, давайте попробуем разогнать. А чё вы побежали вокруг? Эй! Отлично. Супер, блядь. Посмотрите на ворожея. Ворожей, который просто тупо унизил. Но, скорее всего, у него там скилл хорошо прокачанный. Ой, отлично, Рина красавец. А, и там у меня еще вверху здание. Но я не знаю, Рина вряд ли затащит ворожея сейчас. Обидно. Да, видите, все-таки ворожей хорошо вкачанный. Вот попался я на эту фигню. Так, хорошо, поехали дальше. Я посливаю самики, я хочу битву гильдии уже закрыть. Вот видите, к чему присводит то, что ты уверен в том, что у тебя вот герои, да, вроде казалось бы, у меня герои там тоже плюс-минус такие, как у него, а в итоге, блин, просто тупо один ворожей с пушки нафиг всех вынес. Потому что там прокачанный скилл. Так, тут, я думаю, нам ловить нечего. Так, тут, конечно, интересная замануха, но... Ну, я не буду даже сюда лезть. Слив. Многие там будут, наверное, бомбить. О, слился. Ребят, слив — это нормально, тем более на такой силе, как бы тут чего-то мега сверхъестественного ожидать не стоит. То есть плюс-минус там 50 очей, по сути, они ничего не меняют. Главное, чтобы все в гильдии прошли, тогда будет шанс. Так, тут нет. Ну, когда я качну фрая, тогда все поменяется. Пока. Пока мы просто смотрим, плачем. Без доната, ну, нереально сложно проходить. Надо питомцев прокачать, надо хотя бы определенные герои иметь. На начальном этапе, вот как у меня сарделька сейчас, я просто вроде и ты понимаешь, что ты можешь пройти там топового этого, ну... Явная ситуация, которая только что была. Меня просто тупо ворожей ушатал всех моих героев, и я ничего с этим не могу сделать. Так, попробуем вытащить. Поэтому... Особо какую-то тактику тут не придумаешь. Тут сейчас Махатма просто ушатала. Блин, жесткая она. Тоже хочу мохнатку. Сардерка хочет мохнатку. Так, но тут опять же не вариант. Тут Фрэнки. Казалось бы, блин, смотришь, простые герои, фиг там. А было бы, конечно, Атлант прокачанный, можно было бы повоевать. Тут Афина. А представьте, у кого нету Фрейи, кто вообще там нифига не может убить. Unreal. Ну, если есть Фрейя, то надо вливать в нее однозначно ресурсы. На PvP локациях очень будет вытаскивать.
Особенно если еще правильная прокачка будет. Это вообще будет огонь. Охник. Нормально, да? Лазуликсы. Пошла жара, в общем. Называется, что хочешь, то и делай. Стрелки. Ну, у меня было бы стрелка, можно было бы тащить. Пробовать. Вторые эволюции пошли. Unreal просто. Кажется, тут даже Фрея одна не спасет. Тут надо Ару еще. Вот Ара, если был, было бы повеселее, я бы тогда смог блокировать героя противника. А так, Ары пока, к сожалению, у меня нет. И я надеюсь на него, что скоро очень он у меня появится. Так, ну тут нереально что-то искать. Не вариант даже. Минотавр. Так, ну тут в принципе у нас шанс есть, конечно. Ай-яй-яй-яй, зря я выпустил этого сейчас. У нас что-то нет, Фрея. Хорошо, значит пробуем по-другому. Пробуем просто тыковку запустить. .257, да, у нас получается. Вот отсюда Рину запустим. Тыковка сейчас быстренько разгонит Рину. Так, ну Рину немножко не туда побежал. Так, хорошо, что там Фрей не включили. Смотрите на эту бешеную тыку. Сейчас тоже побежит на разборке. Так, отлично. Блин, Фрея, Седна. Ладно, пробуем пока такой вариант. Пусть убивает. 53%. Нам надо затащить 70. Было 257, да? Сейчас посмотрим, сколько мы с него набьем. Если есть такие расты, можно пробовать такие расты проходить. Если вы уверены в том, что вы набьете нормально очей. Ну, в принципе, все, 68. 179. То есть, получается, если ратуша стоит, мне за него дали больше. Ну, в принципе, вот как бы я этого проходил. То есть, можно искать такие расты, но, опять же, надо внимательно смотреть и думать, кем бить, потому что слиться очень запросто. Набьете 50%, ратушу не добили, и все. Тоже не вариант. В этих, по-моему, все расты стоят такие на БГ. Так, хорошо. Значит, ищем среди этих. Очень сложно найти расту без стрелка. Так, чтобы набить больше. Так, Афина. Вы видите, у этого тут здание. Можно попробовать вот так вот Фрейю кинуть.
Так, тут Купидон бежит, Хрона, Финка. И не вариант. К сожалению, нет. Либо питомцев качать. В общем, ребят, варианты прохождения БГ есть разные, но вот тут видите стрелок. Он сейчас нам будет пакостить, сливать героев. Если бы, конечно, не стрелок, можно было бы тоже нормально на этой расте набить. Так. Тоже стрелок. Так, а что тут у нас? В принципе, как вариант можно. Главные герои. Так, 133. Блин, хочется Атланта уже поскорей. Ремочного. Было бы намного проще все. Так, ну вот вроде неплохо, если опять же смотрителя нет. А, можно попробовать как вариант. Сейчас посмотрим. Отсюда запускаем Рину. Так, тыковка немножко не туда забежала. Анубис сейчас может нас хлопнуть одним заходом. Ну, в принципе, 87%, итого 153. Тоже неплохо. Как видите, даже больше, чем бы я бил таких, как я. Просто на 2 звезды надо затащить. Ну, нету времени восстанавливать. Поехали. Так, ну тут не вариант. Тут тоже стрёмненько. В любом случае 600 это как бы минималка, которую можно набирать свободно. А тут вот спрятана башня. Так бы, если бы не слили там попытку, нормально бы натащили. Так, ну тут вот можно, кстати, попробовать. Нет, тут есть стрелок. Видите, когда стрелок есть плохо, когда Фрея, там тоже свои нюансы. И так хорошо, и так хорошо. Так плохо.
Так, ладно, давайте что-то попроще поищем. Поищем. Так, ну тут можно попробовать, в принципе, как вариант. С разных сторон забежать. Ну, тут стрелок, видите? Ничего не могу сделать, опять же. Жизнь, боль. Но опять же, минималку культа вы должны набивать. Так, отлично. Вот вроде неплохо. Попробуем. Угу, попробуем стрелок. В общем, где есть стрелок, реально можно даже не бегать уже. Бессмысленно. Стрелок. Расты легкие, как бы для прохождения. Конечно, если у вас будет, блин, минотавр, вы себе хлоп ударили и все, и вышли. Но тут... Тут надо ждать определенных героев на прокачку. Так, тут роза вообще. Тут роза. Все, короче, пошли донатные. Значит, возвращаемся сюда. На этих пассажиров. Так, хорошо, ну что, пробуем. Даже не так, немножко попробуем. Пробуем отсюда забежать. Сейчас посмотрим, как пойдет. Правда, не знаю, или ратушу мы успеем вынести. Но попытка не пытка. В любом случае, я набью... Где-то в районе 700 очей. Так, дурочка не туда побежала. Сейчас, наверное, опять побежит. Сейчас нормально забежала. Конечно, когда будет смотритель, я вам скажу, будет намного проще, потому что он процентуально будет выносить противоположную фракцию, и думаю, когда будет прокачанная Фрея, будет мне намного проще это все. Ну а пока, пока только трешечок остается у нас. Специально сейчас разогнал так, чтобы пока тыковка бежит, Рино уже разогнанный, сейчас сливал здесь. Сейчас попробуем. Ага, фигушки. Так, 71, ребят. Ну, сложно будет сейчас, конечно. Попробуем. Ой, отлично. Я думал, просто башню не достану. Отлично. Вообще супер. То 65, итого 757. Ну, я считаю, это неплохой результат. Это, по-моему, даже топовый результат для тыковки. Как видите, вот мои парни тоже так же где-то набивают приблизительно. Вот смотрите, 114 набил 883. Хотя, если бы сливался, возможно, даже больше набил. То есть такие расты надо искать. И будет вам счастье. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока. С вами был Сарделька. Ждите уже очень скоро прокачек героев.